Окей, Джоуи. Слушай, давай сделаем все потихо. Господи! Здорово. Придется разбираться до плохого. Эй! Молодец, Джо! Кончил. Эй, Джон, давай, пошли! Зацепил, мерзавец! Давай! Отлично стреляешь, Джо! Господи! Идите, придурки! Эй, придурок! Я иду за тобой! Джо, учись, пока я живу. Джо, покажи, на что способен. Отличный выстрел. Ты что, девчонка? Дьявол! Господи!
Ну же, гад, ну давай! Господи! А! Господи! Эй, чё, давай, пошли! Молодец, Джо! Идите, придурки! Господи! Эй, иди, я там окончил! Дьявол! Чё, быстрее! Это все, что ты можешь? Вроде это последнее. Ладно, я запускаю паровоз. Ты открываешь главные ворота и убираешь башмаки из-под колес. Эй, Джо! Видишь, вон там здоровенные ворота? Так открывай!
Господи! Я тебе вот что скажу. Сдадим это барахло и в город. Кое-кому тебя представлю. Ну и вот, Вита за решеткой, а я оглядываюсь каждые 2 секунды. Да-да, я слышу. Но Тони за тебя поручился, и ты сегодня отлично себя проявил, так что ты продолжай в том же духе, ни во что не влезай. И я поговорю с ребятами, попробуем сделать тебе пропуск. Пропуск? Это что? Пропуск. Право находиться в городе и не бояться ребят Климента. Что скажешь? Ну так выпьем за это.